Одна из самых страстных парочек планеты Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут пополнения в семье. И вот фотоподтверждение. Объемная олимпийка не смогла скрыть интересное положение всегда подтянутой и эффектной Анны. По сообщениям испанской прессы, русская красавица родит уже в марте. Анна и Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет, а 3 года назад у них появились двойняшки Николас и Люси. Люси и Коля по-русски. Но тогда, по слухам, Анна воспользовалась услугой суррогатной матери. Анна и Энрике всегда были зациклены друг на друге, но стали и отличными родителями, веселыми и любящими. Кто еще рушит стереотипы? Узнаете ли вы на этих снимках аппетитную Адель? По сообщениям британских СМИ, 31-летняя певица после развода похудела на 42 килограмма. Небо обрушилось, как поется в ее оскароносной песне. Не все фанаты довольны. Кто-то уверен, она потеряла харизму. Лана Дель Рей тоже удивила. Пришла на Грэмми в самом дешевом платье из универмага. Там же его и подшили. Лана выглядела отлично, просто она влюблена и светилась бы в любом платье. Рушат стереотипы родители. Оторва Майли Сайрус не заглянула на Грэмми, зато погуляли ее 58-летний отец, музыкант Билли Рэй Сайрус, и мама Тиш. Тиш Сайрус, как фанатка, прыгала под песню мужа в зале с подругой. Строгая Майли ждала их с собакой дома. На музыкальной премии Грэмми многие были в сером. А вот актеры разоделись на завтрак по случаю грядущего «Оскара». Но лица все равно были мрачными. Меню ведь вегетарианское, петрушка и сельдерей. Где-то могла улыбнуться Грета Тунберг, если бы умела улыбаться.